В обычный учебный день в Щелковском лицее номер 14 сработала пожарная сигнализация. На втором этаже в одном из кабинетов задымление. Сегодня это просто учение, переживать не стоит, но все же следует действовать согласно всем правилам безопасности. Ведь в случае реального возникновения чрезвычайной ситуации, поддавшись панике, можно пострадать. И об этом нужно помнить каждому. Сценарий учений максимально приближен к реальности, потому незамедлительно проходит эвакуация. Все находящиеся в четырехэтажном здании беспрепятственно его покинули, но важно устранить и саму причину эвакуации. Службы МЧС прибывают в кратчайшие сроки. Им удается справиться с огнем, не допустив его распространения в соседние помещения. Никто не пострадал. Подобные учения проходят в образовательных учреждениях Щелковского района регулярно, что помогает ребятам отработать все правила поведения при пожаре. Традиционно мы проводим месячник безопасности. Это и отрабатывается в учебных учреждениях и в детских садах безопасность наших учащихся, наших детей, которые должны с самого маленького возраста понимать, что такое, как правильно действовать при чрезвычайной ситуации. В рамках проведения единого дня тренировок мы провели показательную тренировку на базе 14-го лицея. Тренировка прошла хорошо. Мы сделали небольшой экспромт, да, отошли от типового сценария, объявили тренировку во время перемены, что вносит определенный сумбур, да, но тем не менее, невзирая на это, тренировка прошла удачно. Пожар может застать в разное время и в разных местах. Никто не может быть застрахован до конца от возникновения чрезвычайной ситуации. Но вот помочь себе и окружающим, если все же пришла беда, должен каждый. А потому сотрудники МЧС еще раз напомнили ребятам о всех правилах пожарной безопасности, как в школе, так и в других общественных местах, а также дома. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».